Летом юные исландцы получают уникальную возможность познакомиться с историей своего родного края, не посещая музей. При этом они могут не только потрогать экспонаты, но как на машине времени перенестись на 2 столетия назад и на себе испытать все тяготы казачьего быта. С подробностями мои коллеги. И вот этим ухватом мамочка подавала чугунок в печь. Ребята, у нас чугунок пустой, да? В нем ничего нет. Но если мы с вами попробуем ухватом поднять чугунок, это будет очень тяжело. Кто попробует чугунок подать? От желающих попробовать поставить чугунок с помощью ухвата в печь не было отбоя. Дети с любопытством и интересом слушали рассказы о жизни казаков, о том, какие предметы быта они использовали. Им, родившимся в эпоху электричества и интернета, трудно представить, как их сверстники, начиная уже с 10 лет, были полноценными помощниками по хозяйству. Девочки, к примеру, утюжили белье, а занятия в те времена это было не из простых. Вот так разгоняли воздух, а воздух попадал вот в эти отверстия, и донце утюга нагревалось, и потом ним отутюживали белье. Централизованного водоснабжения тогда тоже не было, и воду приходилось носить с реки. Для этого использовали специальное приспособление – коромысло. Чтобы справиться с ним, нужна определенная сноровка. Без навыка носить воду на коромысле было не так-то просто, в чем и убедились ребята. Вот Виолеточка еще попробует, она на правом плече пронесет, сюда ручку другую. Вот здесь ты придерживаешь, чтобы равновесие было. Теперь Виолеточка у нас пронесет дальше ведра на коромысле. Ты откуда водичку будешь брать, с колодца или с речки? С колодца. Ну давай, иди набирай с колодца водичку. Вот с помощью таких наглядных пособий, сопровождающихся увлекательными рассказами об истории нашей малой родины, сотрудники Славянского историко-краеведческого музея проводят в детском парке аттракционов для всех желающих заседание летнего клуба «Юный краевед». Сегодня мы ребятам будем рассказывать о быте и традициях кубанского казачества. Они примут участие в интерактивных приемах. То есть кто-то будет носить на коромысле ведра, другой будет рубелью откатывать белье, потом будут чугунок ухватом поднимать. То есть ребята узнают очень много нового. И мы стараемся, чтобы ребятам было интересно на наших летних площадках. То есть какой клуб работает, каждый клуб доносит до ребят что-то новое, интересное. Чтобы они не забывали, что раньше дети 4 лет уже были приучены к труду, что в 10 лет уже девочка могла и вышивать, и шить, все это и проделывать. То есть сегодня они смогут прикоснуться ко всему этому и проделать ту работу, которую проделывали раньше и взрослые дети, и почувствовать, как раньше жилось детям. Всего в музее работает 3 летних досуговых площадки. Это теремок, калейдоскоп и юный краевед. Каждый вторник, среду и четверг сотрудники музея проводят открытые занятия для ребят, гуляющих в детском парке. Им такое путешествие в историю очень нравится. Приходите, здесь всегда интересно. Время работы площадок с 10 до 12. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».